Путь объездной, он трудный самый. А мы домой, в Мирославль хотим. В Гаврилово-Посадском районе в результате таяния снега обрушился участок дороги Кстым-Мирславль. На объездном пути образовался 10-метровый разлом. Сейчас дорога для проезда автомобилей закрыта. Установлены соответствующие знаки. Проезд запрещен. При этом жизнеобеспечение 5 населенных пунктов не нарушено. Существуют 2 альтернативные дороги для проезда. Продовольствие и медицинскую помощь направляют через поселок Аньково Илинского района и город Тейково. Движение организовано по объездной дороге, которая связывает село Мирславль, деревню Сверчково по направлению Игрищи Ильинского района. То есть тем самым населенные пункты село Мирслав и близлежащие деревни от связи с внешним миром не отрезаны. Решение о ремонте дороги будет принято администрацией Гаврилово-Посадского района сразу после того, как спадет уровень воды.